Всем привет-привет! Мы приехали в лес. Город Шрисхайм, чтобы найти небольшой водопад. Ну, я в интернете посмотрела, вроде бы как стоит водопад. Вот мы идем посмотреть, что это такое. Вот дорога вроде бы на видео, смотри, какая ровная. На самом деле мы спускаемся вниз. То вверх, то вниз. Какие заросли. А там обрыв. Ну, видео плохо передает, но там очень обрыв. Вот дорога наверх. Вот, покажи отсюда. Вон, видишь, ага. Андрей там. Кого? Лес. А там дорога еще вон сверху, там. Вон. Вон там дорога сверху идет. Пешком только. Вон, смотри, как корни видать прям. Как дождь, наверное, идет, да? И вот так корни прям землю вымывает. Обалдеть. Может, лесники еще тут же. Ага, вон домик какой-то. Пока ищем этот водопад, я же запыхалась. Вот виноградники. Мы через какие-то виноградники идем. Непонятно что. Но вы посмотрите, какой просто шикардосный вид. Это просто великолепно. Как раз у нас сейчас бауэрский сезон, часть некоторым косят желто-зеленые поля. Ага, ну я немного добавила. Желто-зеленые поля, и вот это в Безуши все городки, деревушки, Мангайм, Людвигсхафен, Хайдельберг. Так далеке, видать. Это вид как сверху получается. Ну, сколько метров, мы не знаем, высотой. Не знаю. Местность. Красивая, просто прогулочная местность. Так как мы хотели к водопаду попасть, но попадем мы туда или нет. Я не знаю, показывает по карте, что 500 метров осталось. Может быть, когда-то был. В данный момент вот такой виноградник есть за лесом и в горе. В самой высоте на горе. Внизу их там тоже много виноградников. Ну, попробуем еще туда дойти, посмотреть. Чуть-чуть осталось. Там через лес мы шли, где начало было. Нас туда вот вывело в такой вот частный виноградник. Да. Но эти поля выглядят как шахматная доска. Такие квадратики. Мы пока не нашли водопадик. Но зато нашли карта или как информация. Да? Вот такой стенд. Мадонненберг. Здесь находится статуя Мадонны. Попутно где-то в лесу. Да, попутно где-то в лесу. Может, даже и наткнемся на нее. Вот красная точка. Вот мы стоим. Это мы, красная точка. Ага. Штандорт, видишь, написано, где мы сейчас находимся. Вот. И куда нам надо? Ну вот, сейчас будем искать, куда нам надо. Вот это у нас сегодня прогулочка по горизонтали. Мама с козлятами пьет. Мне самой смешно. Я обхохоталась. Вот, мы пришли. Но воды нет. Я поставлю фото с интернета, как оно должно было выглядеть. Наверное, когда сильные дожди или что. Но если приблизить... Вот капельки. Там маленькие капельки, Олег, падают. Вот это вассерфаль. Но зато сейчас попробуем Мадонну поискать. Здесь статуя Мадонны есть. Ну, хотя очень все мокро, да? Ну, да, это дождевой вассерфаль. Ну, в общем, теперь пускай люди знают, что тут делать нечего. Может быть, когда, да, дождли, ну, как, дожди прошли или как-то сырая сильно погода, и здесь он сбегает с гор. Ну, сейчас это, ну, видишь, погода не дождливая, в принципе. Видно, что сыр он бежал здесь.
вчера или когда, ну, в дождь нереально сюда попадать, грязно. Ну, в дождь, да, потому что тут дорога, конечно, не грязная, тут... Как обычно, лесная дорога. Камни, да, лесная. Ну, необычная лесная дорога, потому что если в России, то это лес. А здесь на лесной дороге лежит щебень. Ищи на дом. Но мне смешно. Не, ну я... Столько мы еле, правда, еле нашли, потому что мы поднялись сначала наверх, потом вниз, потом... Встретили. Мы людей встретили, у людей спросили. Столько мучения? Ты сперва поищи, надо. Ну, столько мучения и немножко зря. Но зато, с одной стороны, не зря. Погода хорошая. В лесу хорошо. В лесу, ой, прям обалденно. Мы до Мадонны решили... что вряд ли дойдем, потому что еще 2 километра, я очень сильно устала, потому что мы несколько раз сбивались с пути, да, я уже говорила, и мы идем назад, и вот посмотрите, как 2 дерева с такими вот огромными корнями лежат, видимо, когда был ураган, корни размыло. А посмотрите, как еще хижину смыло вон. Ого, ты посмотри, да, где? Ага, сейчас, подожди. Ага, прям вся, все развален, домик прям. Вот забор вон как смытый, когда здесь дожди. Ну. Это, видать, лесниковские дачи в лесу. Лесничьи. Охотники. Да, но дерево это что-то. Яма после этого какая глубокая. Какой силой надо? Ну, потому что вон еще одно дерево. Вот. И вон еще одно. Представьте. 3. Но то поменьше. Какая сила у ветра, чтобы вырвать вот такой канал. Да, эта сила была огромная. Это туннель, да. Это было всего лишь 2 мотоцикла, звук как у самолета.